Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в Jurassic World Evolution. Как вы видели, я приобрел дополнение «Секреты доктора Ву». А также у нас уже были, ну, все в курсе, да, я думаю, многие в курсе, что добавили большое дополнение бесплатное к игре. Там поменяли поведение динозавров, гены добавили, ну, всякие такие по мелочи пофиксили игру, в общем, она стала еще лучше, чем была. Так, ну сегодня я хочу перейти на новый остров, и перед этим, перед тем, как мы перейдем, давайте-ка посмотрим последнего динозавра, который открывается после, ну, выполнения контрактов. В общем, два динозавра тут открываются, это стеракозавр и крихтонзавр. Сегодня попробуем создать крихтонзавра. Так, ну вот у нас вот тут, вот видите, новый контент. Ага, ну вот видите, да. Помимо дополнения обновления 1.5, 1.5, да, а у нас еще, типа, купите, говорят, еще до секреты доктора. Уже приобретено, ребят, уже приобретено. Так, он у меня открылось в прошлый раз еще, да, у нас. Опа. Нам никогда не помешают средства. Новый этот, как оно называется. Новый контракт, такого раньше вроде не было. Ну, как бы в эту игру, помимо обновления, да, еще добавили разные контракты. Так, ну тут, по-моему, больше точек стало, место раскопок, да, вот мы сюда отправляем. Формация Юйланзы. Юйланзе, господи. Так, и мне нужно подумать, где я буду располагать загон с крихтонзавром. Так, нет, не нужен мне вертолет, очень шумит, кстати, это все. Так, ну давайте для начала удалим деревья, которые тут нам мешаются. Нафиг они нам нужны, я должен примерно видеть, где строить загон. Из-за деревьев будет туговато. Ну, в общем, место там еще прилично. Хватит для загона, я думаю, вообще без проблем. Да, вот. Так, ну вот, почистили. О, у нас дерутся цератозавр и синоцератопс. Это клево. Так, только что-то камера у меня не хочет перемещаться. Или я просто забыл, как она двигается. А, да, я забыл, как она двигается. Понятно. Так, кто же победит, мне интересно. Потому что синоцератопс — это довольно мощный цератопс, да, у него тут статы повышенные. У него вроде что-то ниже, чем цератопс, по-моему, у него защита ниже, но атака у него выше. Или наоборот, у него защита больше, но я точно не помню. Специалисты по игре подскажут. Опа, он свалил. Понятно. Трус. Но кто-нибудь его из цератозавра все равно добьет. Это как бы вопрос времени. Так, а мы продолжим, наверное, строить загон, да? Так, где тут у нас? О, кормушки. Они теперь все в одной, да? Одна иконка для них всех. Понятно. Не знаю, удобно это или нет, но как бы вообще, по-моему, значения не имеет. Что она есть, что ее нет, как бы вообще никак не поменялся геймплей игры или что-то вообще в этом роде, так что без разницы, есть, нету. Так, ну думаю, тут прям по краю карты, как я люблю, в общем, всегда делать, по краю карты построим. Да, только нужно от края. Что это я место там оставил? О, отлично, окаменелости прибыли. Сейчас будем добывать окаменелости крихтонзавра. О, и контракт заодно выполнил. Ну, естественно, она ждала такой контракт. Очень удачный, я бы даже сказал. Ну, он сразу высветился. Я просто не помню, вот когда я для себя играл, высвечивался ли этот контракт сразу, как только ты открываешь крихтонзавра, да, типа, для его места раскопок. Вроде бы нет. Так, ну все, мы соединили этот кружочек, закончили. Так, что у нас тут? У нас тут родий. Извлечь ДНК, так, и извлекаем. И отправляем еще одну команду. Так, сейчас нужно почитать про это место раскопок. Формация Юйланзе. Возраст там около 69 миллионов лет, расположена в китайской провинции Хэйлунцзян. Она находится под формацией Тайпинлинцзян, господи Иисусе, и относится к Маастрихтскому ярусу позднемелового периода. Дзяинь и Улага – два крупнейших месторождения окаменелости в этой формации. Формация состоит в основном из песчаника и глинистого сланца с вкраплениями речных отложений. Встречается также конгломерат.
Это свидетельствует о том, что некогда здесь находились реки, озера или пруды. О наличии рек свидетельствует также грубое наполнение каналов. Да, конечно, название тут жесть. Среди найденных окаменелостей динозавров преобладают останки гадрозавров, но встречаются и иные виды. Здесь можно найти кости следующих видов динозавров – крихтонзавр и центаозавр. Вот центаозавр вообще вещь, по-моему. Ну, прикольный динозаврик такой. Необычный. Прошу прощения, что-то меня продрогло. Так, мне еще сказали, что у меня в загонах типа пустыня, да, нужно побольше деревьев добавить. Ну, в принципе, почему бы и нет. Тем более динозавры, если будут не против, да, я добавлю. Кстати, видите, да, теперь трицератопсы, ну, группами ходят. То есть они не ходят по одному теперь. А, опять драка. Ну, давайте перейдем, посмотрим. Так, ну он теперь с другим дерется. Тот его добьет сразу. Да, все. Он труп. Так, теперь мне за ним убирать. Так, все, там не справится без меня. Так, ну давайте этим добавим деревьев тоже, да? Че это они тут без деревьев живут? Кстати, как ему там по деревьям-то? Норм, не норм? Так, пастбище маловато, да, и леса маловато. Ну, они, кстати, все поменяли. То есть, как помните, в прошлый раз ему все хватало. И пастбище ему хватало, и леса. Они просто статы динозаврам поменяли. Там вот это добавили ген комфорта, вот эту всю фигню. А вот, кстати, да, мне подсказали, что зажимаешь пробел, да, в игре, и дорожки под более таким закругленным углом, я как-то объяснить, более закругленно строятся, то есть без прямых таких резких углов, да, вот такой вот. Так гораздо круче получается, по-моему, более красиво так. А то они все время под прямым углом у меня так ломаются. Ломаная линия такая получается, немного не очень. Теперь будем строить так, почему бы и нет. Так, ну так некрасиво, конечно, да? Ну ладно, давайте этот крюк, наверное, сделаем, почему бы и нет. Да, вот это так вот тогда уже сделаем, чё уж. Сильно не повредит, место вроде есть. Так. Загоны, раз им нужно больше пастбища, давайте им построим больше пастбища. Ну, конечно, это не критично, то есть, если это выше отметки, ну, красной отметки, да, то есть при которой животное начнет испытывать стресс, то как бы в принципе париться-то особо нечего. Ну, это на игру никак не влияет. То есть, если бы это влияло, типа, как ведется динозавр, при когда у него там шкала пастбища и леса на максималке, да, ее или нет. Ну, вроде пока значения не имеет. В будущем, может, сделают. Типа динозавры будут более счастливы, или рейтинг у них будет больше. Ну, видите, особо ничего не меняется, как бы, ему абсолютно пофиг. Он никогда в этой части загона не побывает. Так что нафиг надо. О, кстати, он альфой стал. Сейчас же теперь у нас альфы добавились. Вот этот у них альфа. Он был первый созданный, наверное, поэтому стал альфой. Прикольно. Ну, пока битвы у меня за альфу нету. Ну, типа, за главенство в стаде. Поэтому что пока париться-то. Так, ну давайте инкубатор поместим. Ну, конечно, не так называется, но... Это лаборатория Хэммонда. О, ну давайте примем, наверное, почему бы нет. Я думаю, это автоматически само выполнится. Так, опа, янтарь. Офигеть, сразу янтарь. Еще один имелось в виду. Если так дело пойдет, я очень быстро его создам. Так. Что еще нужно поместить? О, контракт выполнен. Ну, я же говорю, все само. Все само. Так, ну, водички мне, думаю, нужно добавить. Вот сюда, я думаю, получится. Почему бы и нет. Так, теперь нужно мне смотровую галерею поставить. Чтобы она там озирала их. Ага, вот в чем прикол. Здесь какие-то помехи присутствуют, здесь нельзя поместить. А вот здесь можно, да? Давайте тут поместим, и воду я перенесу туда. Динозавры очень часто пить ходят, как бы. Это стандартная схема еще в Jurassic Park Operation Genesis. Поэтому он обычно около резервуара с водой ставишь. Так, вот что-то... Что-то какой-то там подъем мне не нравится. Ну, я между тем вас поздравляю, у нас теперь появился жизнеспособный ген крихтонзавра.
Так, ну давайте заровняем. Может, лучше станет. Может, без таких больших уступов будет этот водоем у нас. Так, ну вроде заровняли. Хрен его знает, что тут вышло, не вышло. Так, тут сгладим немного. Да уж. Так, ну и давайте здесь. Ну ладно, небольшой уступ, в принципе, ладно. Их тупо не будет видно, если они будут за водоемом находиться. А у смотровой галереи обзор не такой уж и большой, так что там без разницы. Так, ну сейчас сделаем красивенько, сделаем. Вот так вот и вот так вот. Ну да, в принципе, нормальненько получилось. Так, и мне нужно вначале. Так, что я хотел? Да, я еще хотел немного увеличить загон сеноцератопса. Не знаю, для чего я это делаю, но почему бы и нет. Лишнее удаляем. Так, соединяем. Где тут у нас тут соединение? Все завершили, соединили. Давайте еще леса им туда накидаем, почему бы и нет. Ну, видите, статистика почти, статы у него почти никак не меняются. В принципе, страдать этим, этой фигней я особо не вижу смысла. Так, ну и тем временем под станцию мне нужно расположить. Так, ну все, тут заровняем еще немного, конечно, на всякий случай, чтобы красиво было все, чтобы люди по кочкам не ходили там у нас. Ну, заодно улучшим, конечно, денег-то до жопы, почему бы не улучшить. Так, а пока посмотрим на наших динозавриков. Ну, вот, видите, стаями, группами, вот они сейчас ходят, но альфы у них что-то я не вижу. Неужели вот таких вот мелких динозавров и вот гадрозавров у них нету альфа в стаде? Но вот у трицератопсов есть альфа. Вот он стоит, общается со своими подчиненными. Давайте им еще леса подбавим. Ну, практически не меняется. Но хотя бы им пастбища хватает. Меня вот это радует. Что для 4 трицератопсов в одном загоне места достаточно. А зеленим немного им водоем. Так. Ну просто пастбища любят эти трицератопсы, ну открытое пространство, так что им нужно их тоже его оставить. Этим ребятам пофиг, там ему кусты и лес и все нужно, в принципе. Ну вот видите, вот они группами ходят, да, но альфа у них никакого нет. Если есть, то и что-то иконка не высвечивается. Но они же за кем-то ходят или они просто реально типа группой перемещаются. Ну вот этот один поесть пошел, остальные что-то не идут есть. Так, кто тут альфа? О, они что, за первенство? Дерутся. Видите, да, и этому теперь леса не хватает, и пастбища ему мало. А в прошлый раз, когда мы его создавали до обновления, ему типа всего хватало. Это странно. Я, конечно, добавлю им леса, мне-то чё. Пусть у них лесок такой будет на заднем дворе, почему бы и нет. Но это особо ничего не поменяется. Это, ну вот видите, чуть-чуть прибавилось как бы. Типа более комфортно себя чувствует. Так, хуаянозавров вот у нас тут. Ну, по сути, хуаянгозавр. Там буква G у него имеется в названии, так что я не знаю, почему ее тут пропустили.
Но я называю в соответствии с игрой, а не как это должно быть. Ну, чтобы никого не путать. Чтобы не возникало лишних вопросов. Ну, давайте им тоже лезо подбавим. Но особо, видите, тоже ничего не меняется. Так, а как они альфу выбрали? Ну, типа, после обновления сразу альфы появились. И я что-то не видел, чтобы они сражались за это. Просто видать, кто первый появился или как. Так, ну, тоже лесо им подбавим. Ну, особо тоже не меняется, да. Так, я тем временем забыл, у меня тут окаменелости те прибыли. Так, ну отправляем на место раскопок и давайте почитаем про нового динозавра. Блин, звуки офигенные у него, конечно. Значит, это он из позднемелового периода, анкилозаврит, род крихтонзавр, высоту 1,7 метра, весит полтонны, длина 7 метров. Только странно, что он при таких габаритах весит всего полтонны, я думал, как минимум 1,5-2 должен весить. Крихтонзавр один из анкилозаврит, названный в честь писателя Майкла Крайтона. У типового экземпляра крихтонзавра недостаточно уникальных признаков, чтобы отнести его к определенному роду. Первые окаменелости, принадлежавшие так... Контракт. Даже когда работа не в проворот, всегда Давай можно контракт выкрыть мне. Еще пару минут, правда? Так почему бы быстренько не взглянуть на этот контракт? Первая окаменелость, принадлежавшая крихтонзавру, обнаружена в формации Синьцзявань, Никаких Китай. Сложных Да расчетов. Хватит мне мешать. Мы просто хотим Каджалдуа, убедиться в блин. точности данных о численности динозавров. Разумеется, Она этим заниматься не хочет, а я вот должен. Остаетесь вы? К настоящему времени скелеты восстановлены только частично. Ну, может быть, из-за этого ему вес полтонны дали. Кстати, прикольно, что он назван в честь писателя Майкла Крайтона. Это довольно прикольно. Первые находки... А, все понятно. Мало что известно об экологии этого региона, но вероятнее всего здесь преобладал субтропический климат. Понятно. Все понятно. Блин, он красавец. Вообще, я люблю анкилозавридов в играх про динозавров, особенно в таких вот в симуляторах парк. Здесь он, наверное, вообще будет классно. Все чешуйки вот эти прорисованы, вот эти шипы все. А, класс. Так, нужно поставить у нас ворота. Куда же мы поставим ворота? Сюда вот он не хочет, какие-то ограничения рельефа, там машина не доберется. Где-то тут, пожалуйста, 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 пожалуйста. О, отлично. Здесь поместим. И кормушку, да, или что? Кормушечку нам нужно бы, наверное, поставить. Где-нибудь здесь пока что. Потом подумаем, может, переместим. Так, ну что, у них также 10, ничего не поменялось. Ну, вроде типа еда дольше теперь держится, менее быстро кончается. Типа там в обновлении обещали эту фигню сделать, а то типа очень быстро она заканчивается. Прям постоянно нужно этих рейнджеров посылать. В панике, что там происходит вообще? Так, станция рейндж. О, мертвый динозавр. Сейчас я эту задачу добавлю. Так, что там, кто умер у нас? О, трицератопс умер от старости. Капец. Так, ну для начала давайте-ка посмотрим, какой он был окрас, чтобы создать еще одного такого же. Ну, бесплодные земли, наверное, да? А, нет, горный тип, это горный тип. Бесплодные земли, он такой, это, коричневатый. Так, ну заодно окаменелость у нас прибыли. Так, добавляем задачу. Служба перевозок. Вот сюда, да. Так, ну давайте выведем этого трицератопса. Где он у нас? Вот он. Ага, модифицировать. Давайте модифицируем и добавим ему ген бесплодных земель. Да. Точнее, не бесплодных, а горный тип. Чё я несу? Вот, смотрите, добавилось ген пастбища, комфорта, леса. То есть, короче, можно будет ему какой-то ген потом добавить, и типа ему будет требоваться меньше леса, меньше пастбища. Это общительность, типа, какую популяцию он выдерживает динозавров в своем загоне. Это все теперь можно будет генами контролировать. Это, по-моему, очень клево. Так, ну, извлекаем ДНК. И я думаю... Еще раз отправим, да, скоро он будет готов у меня.
Так, исследований у меня нет, да? То есть это все откроется позже, вот эти все гены комфорта, или вообще в дополнение доктора Уита придется открывать. Так, ну я думаю, что пока что я к вам переключусь, когда, в общем, добуду все гены крихтонзавра. Ну, 100% будет. Мы его сразу создадим и потом перейдем на новый остров. Пока, да, мне вот непонятно, почему у гадрозаврита и струтиомимов у меня вот нету альфача. Так, ну вот, так что я вернусь, получается, после того, когда буду все гены. Так что никуда не переключаемся, я скоро приду. Так, ну все, собственно, добыл ген. Можно создавать теперь крихтонзавра. Вот он, где? Нет, это вот он у нас. Значит, выводим обычного. Я его уже модифицировал там. Ну, как обычно, вот эти все там жука-оленя добавил, прочую фигню. Все как обычно. Так, и давайте ему еще, у него окрас еще есть, ген бесплодных земель добавим ему и создадим. Все, теперь осталось только ждать. А долго ждать-то? Да, долговато, конечно. Печалька. Печалька. Так, ну давайте пока на динозавриков посмотрим. Ну вот альфа пасется, и типа все пасутся, да? Почему бы не добавить иконку пасется? Почему бродит? Он не бродит, он на месте стоит, траву жует. Так, ну эти, да, эти все с копом перемещаются, глаза стали такие. Опа, опа, не удалось вывести детеныша из яйца. Печально. А, блин, не того отменил. Ах, тормоз. Чё ты делаешь-то? Кошмар. Отбраковать. Ну, вывести динозавра давайте. Ну, денег хорошо, что дофига денег, как бы не жалко. Модифицируем, добавим ему обычный окрас. Все, теперь ждем, надеюсь, без браков сейчас будет. Теперь нужно подумать, что делать, пока он создается. Так, вы модифицируйте, выпустите динозавра Здравствуйте. с трутиамим. Ну, Хотите я думаю, заняться подождем, пока новым кто-нибудь из контрактом? трутиамимов откинет лапки и создадим этого струтиамима там с каким-нибудь окрасом. Да, ждать долго, конечно. Еще вот шкура там написана, тип бесплодных земель, слово тип не влезло особо. Печально. Так, ну вот у нас тут еще место раскопок еще, как видите, работает. Еще приходит окаменелость. А, нет, все выработано. Отлично. Так, ну сейчас дождемся, когда создастся у нас крихтонзавр. И перейдем уже на второй остров. Не, динозавр тут выполнен в этой игре просто потрясно. Нет слов. Так, ну давайте им тоже деревьям подбавим. Они же хотят леса. Леса и зрелища не хотят. Ну давайте им подбавим немного. Так, ну что, доволен? Да, видите, у него пастбище теперь ему нужно. Так, о, почти готов. Отлично, смотрим. Я ваша должница, и я этого не забуду. Кажется, я когда-то читал про этого динозавра. Блин, он очень классный. Просто посмотрите, как у него вот эти бронированные пластины двигаются. При движении это просто восхитительно. Блин, вообще красавец. Офигеть. Это очень круто. Не знаю, как можно не любить анкилозавридов просто. Так, ну второго выпускаем. Это тоже красавец, но типа менее яркий.
вообще очень суперски. Это сразу альфой стал, видать, из-за того, что первый создан был. Леса им не хватает немного и пастбища. Ну, пастбище, ладно, там почти нормально все. Ну, типа, чуть-чуть не хватает. Лес создадим немного. Так, вот так по периферии немножко, да? Да, он стал более доволен. Так, что у нас, кто болеет? А, струтимым опять. Ну, давайте, короче, сейчас это... Его вылечу, и мы перейдем уже на новый остров. Давно просто на машинке не катался в этой игре, так что очень хочется еще раз. Так, черт, чуть-чуть не попал. Ну-ка, а если вот так? Промах. Офигеть, вы видели? Вы видели? Я попал. Это было просто восхитительно. Навскидочку так, хопа, и попал. Так. Все, возвращайся в ангар. Еще немного на крихтонзавра посмотрим. Побольше ему эфирного времени дадим. Так, ну смотровая галерея их, в принципе, видит, да? Блин, он красавец. Я думаю, я еще охренею, когда анкилозавра создам, но, блин, пока что все, что я вижу, это очень суперски. Милаха просто. Вообще милаха. Ну, теперь, в принципе, можно переходить уже, мне кажется, на новый остров. Посмотрели все, что хотели. Блин, они реально очень потрясные динозавры. Так, ну все, давайте перейдем уже на новый остров. Я думаю, вы все давно этого ждали. Так, вот смотрите, что у нас есть. У нас есть Муэрта Восток. Секреты доктора Ву у нас открылось. Там еще местность Итаканьо. Следовательский комплекс. Ну, типа по сюжетке еще два места открылось. Это прикольно. Так, сложнее поддерживать из-за причуд погоды, наслаждаясь прекрасными закатами на пляже, не забывайте об опасных и разрушительных бурях, что могут обрушиться на остров. Так, дают 2 миллиона, 2,250, ну, в принципе, нормально, давайте, погнали. Да, на этом острове придется уже делать уклон на штормовые станции. Если на первом они вообще были без надобности, да, то теперь штормовые станции пригодятся. Потому что без них сейчас будут строения страдать очень сильно. Ну, типа, будут ломаться, еще что-нибудь там, загон сломается, какой-нибудь тирекс сбежит. Это будет жопа. Ну, вроде тираннозавр не на этом острове открывается, да, слава богу, но... Там будут новые твари опасные всякие. Доисторические создания – это еще не все. На следующем острове, Исла Муэрта, часто случаются природные катаклизмы. Штормы, экстремальные погодные условия – все в таком духе. Время от времени. Как видите, погода на этом острове может быть непредсказуемой. Когда шторм кончится, первым делом нужно будет заняться устранением причиненного ущерба. С восстановлением парка вам поможет команда Рейнджер. Да, и не забудьте закрыть убежище, когда... Печально, что для строительства так мало доступно. Ну, такая узкая полоса. Типа, остальной остров что, никак там не построить? Настоящий шторм. И, видимо, если ждешь плохой погоды, готовься к плохому поведению динозавров. Да, давно я Малкольма не слышал. То это так называемый эффект бабочки. Иными словами, если подтолкнуть одно единственное бревно, оно опрокинет все остальные. И в конце этой цепочки свирепствующие динозавры. А у нас нет подходящего... Продолжаем двигаться по сюжету. Так, ну это все будем ремонтировать в следующий раз, в следующей серии, да. Ну, в общем, тут нужно будет все отремонтировать, электричество подвести там... начать динозавров создавать. Ну, учитывая, что новых динозавров видов пока нет, будем создавать старых. Из предыдущего острова придется потерпеть, пока новые виды я не открою.
Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Я вот вам показал, что точно перешел на новый остров. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока!